много котика. Окуптировал пакетик от коалы. Тишка. 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 Не реагирует вообще. Вообще на свое имя откликается крайне редко. Мясо. Тишка. Молоко. О. Мне кажется, или он мурлычет. Что-то там тыркнуло на кухне. Немного бонусом Клавы. Да, вот у нее подсветка только по бокам. Ну, в принципе, мне главное было, чтобы клавиши были белыми. Сама не досмотрела, что тут вот. Только этот самый. Ну, возможно, когда-нибудь. Если что. Я надеюсь, что она мне хотя бы пару лет, короче, прослужит. А там посмотрим. Но я думала, что удивилась, что у нас подсветка. Я думала, что мембранная тоже, значит, с подсветкой бывает. Но с другой стороны, изначально-то я хотела Клаву, чтобы она была с белыми буквами. Поэтому вернемся обратно к котику. Котик. Тишка. Хозяин зевает. Все эти ролики я буду монтировать завтра. Ну, выйдут они уже как раз. Будет кто-нибудь смотреть, услышит, что завтра. А дату ролика я подпишу где-нибудь, типа, вчера.